В понедельник и вторник на стадионе «Спартак» проходило первенство области по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». В первый день проходили игры в подгруппах. Вчера определились победители. Футбольные матчи проходили в упорной борьбе. Категория ребят в возрасте 12-13 лет, исходя из своих спортивных успехов, шли к финалу. В итоге четвертую строчку зачета заняли мальчишки из Жердевки. Тройку открыли спортсмены из Знаменки. Вторыми стали маршанские футболисты. И Рассказово получили главный приз – кубок, грамоты и медали, а также путевку на финал в Ростов, который состоится в сентябре. Домашнее поле помогло ребятам в финале разгромить маршанцев со счетом 3-1.